Мотаем ночку. Очередной раз была тревога воздушная. Ну, на всякий случай. А я продолжаю заряжать. На этот раз уже пулевые, как у нас говорится, гостинцы злочинцам. Здесь у меня, по иронии судьбы, пуля ленинградка. Точеная. Цилиндрическая. Ой, не цилиндрическая, катушечного типа получается. Стальная, точеная. Сейчас дозаряжаю и пойду, наверное, отдыхать. Ну так вот, что я вам могу сказать. Вот как начались воздушные тревоги, да, сплю в одежде на всякий случай. Я ж не знаю, что там вашим свинособакам в погонах. Какая идея придет в голову. И успеет ли среагировать наше ПВО. Может, начнут быть уже неразными по площадям. Неизвестно. Поэтому я сплю одетым, для того, чтобы моя семья могла спать нормально. То есть я первый просыпаюсь. Вообще-то я долго не буду, наверное, спать. Буду опять дежурить, потом посплю. Но, по идее, я должен первый проснуться, всех разбудить быстренько и сопроводить в погреб, в наше импровизированное убежище. Что вам еще сказать? Со жратвой у нас нормально, подводится регулярно. Да, есть определенные ограничения в супермаркетах. Для того, чтобы народ в панике не разметал все и чтобы доставалось всем по справедливости, по-честному. Поэтому, например, за один раз, ну, например, там, по две бутылки масла, по две пачки сливочного масла и по две буханки хлеба в одни руки. В принципе, вполне нормально. Даже для семьи из четырех человек вот этого запаса хватит очень надолго. А вот чего на полках супермаркетов не найдешь, так это бухла. И это правильно. Потому что не время бухать, а на неокрепшие умы алкоголь действует крайне негативно. Подрывает оборонную способность страны. Так что, не, ну конечно, кто хочет, тот всегда найдет, где купить. Опять же, бухло только в супермаркетах не продается. В нашем городе пока сухого закона не введено. Да, сирены гудят, потому что не скажу, в каком направлении, недалеко от нашего города, относительно недалеко, но еще в соседней области. Зашла недавно колонна вашими солдатами, колесной техникой. Колонна была частично разгромлена, частично рассеяна и частично отступила. Вот те, кто рассеяны, их вылавливают украинские охотники, которые там в селе живут. Я живу не в селе, я живу в городе. Поэтому мне такой возможности не предоставлялось пока. Все мои охотники, они там в селах, далеко от меня. Мы на них далеко. Но ничего, мы тут тоже бдительности не теряем. Если так будет продолжаться, то хватит на всех. А может и не хватит. Короче. Всем украинцам спокойной ночи. Все будет Украина. Мы переможем.